Всем здравствуйте, уважаемые игроки метро 2033. С вами я, Миша Баггер. И метро очень давно не выходило на моем канале. Причина этого была каникулы, конечно же. Я отдыхал, да, набирался сил. Также еще было записано пару серий, но они как-то мне вообще плевать на них, так что я не выпускаю эти серии. Так что уж извините, ну, на воспоминания себе оставлю. За все время отсутствия видеороликов у меня уже достиг 27 уровня. Я теперь в клане Destiny. Ну или как это читается. Вот так вот как-то. В этом клане я теперь состою. Очень давно уже. Потихоньку набираем рейтинг. Раньше на 290 рейтинги были. А сейчас уже поднялись. Хорошенечно так поднялись. Вот. Клановые войны все вводятся. Вот клановая война у нас идет. Против клана Rebel. Я тоже не понимаю переводы. Состав у нас. Состав клана у нас вот такой. Командир клана у нас Александр. Он только вот недавно получил 48 уровень. У него куртка Ульмана есть. Вот такое вот владение оружием. Оксана Серебрякова. Я не буду читать их фамилии, я, как всегда, не умею ударение ставить. 57 уровень. Тоже недавно в клан зашла. Месяц назад, наверное. Недавно как-то. Ну, не так нормально. Вот такое у него владение большое прямо. И здесь тоже меткость тоже. У меня такие статы. Ну, а дальше персонажи вы узнаете, если вступите в наш клан. Можно мне в личку писать, так как я офицер клана. Вот, могу даже доказать то, что я офицер. Вот, я, вот, 27 уровень, офицер я. Вот, могу узнавать ваши статистики. Так, как вы видите, я уже нахожусь на парке культуры. Я вот вчера вот. В общем, на этой неделе я получил 27 уровень. План на 26 уровень я не выполнил. У меня был план меткость 520 и владение 420. Сейчас я буду догонять эти цифры. Но уже немного другим способом. То есть меткость 550, да, постараюсь 570. А владение средним оружием 420. 450 постараюсь. А потом 470. И тогда все будет отлично. А также ярость к 600 подведу. Чтобы у меня было там сколько? 50 с чем-то процентов. Вы уже заметили, что у меня есть кулон. Серебряный кулон метро М1. Ярость плюс 85. Выход на поверхность Кропоткинской или Кропоткинской. Да, тоже. Он пару недель у меня уже тут висит. Курточку с рейда я выбил. Да, вот моя первая куртка. Штык-нож с рейда выбил. А это Абакан на память себе оставил его. Так. Можете поздравить меня с успешным дропом. Броня также осталась, только вот прикупил шлем и новое оружие. Ну, новое оружие, да, оно так просто. Вот с Абакана вот, у меня урон вот такой. А с ХК-G3 у меня вот такой урон. Прописка у меня на станции Киевская. Теперь у меня вот такое, всех убить, все отнять и до конца стоять. Это мой девиз. Девиз клана нашего. Боевой рейтинг у меня 1500 стал. У Ганзы 841 репутацию набил. У Красных 139 репутации набил. А у бандитов пока что все в минус у меня идет. Но я не могу восстанавливать бандитам репутацию, потому что у меня идут сейчас квесты на Кропоткинской. Ой, извиняюсь, на парке культуры. Вот здесь. 45 поручений начальника станции. Вот. Я тут опять все по максимуму брал. А теперь я предлагаю... Сейчас я поставлю на паузу, извиняюсь. Я продолжаю. Звук включил. У нас идет клановая война. С кланом Rebel. Я уже вам рассказывал, повторяюсь уже.
Также вот у нас вот такие вот персонажи добавились. Вот такие вот. Мне нравится, кстати, броня Легионер. Вот моя статистика клановой войны. Я не знаю, почему я так проигрываю. Даже, наверное, такой человек против меня играет. Вот посмотри, какая у него броня, защита какая. Это же шок просто. Еще столько выносливости. Во. Вот такая броня мне как раз нравится. Да и оружие Скар. Не знаю. Вы считаете, что это дно? Наверное. А я так могу обратно доказывать. Хоть оно реально дно. Но, про меня-то вообще не надо говорить. Я-то то еще днище. И мне бы такое, такие статы на 49-м левеле, я бы вообще кайфовал бы. Так что, не знаю. Вот чело маленькие статы, но я пока не дорос, чтобы вас обзывать дном. Так что вот так как-то. Вам раздаю, как вы считаете, кто это? Кто он? Дно или все-таки нормальный персонаж? Знаю, я вот знаю то, что владение оружием, вот такое количество, оно очень дорогое. Не представляю, когда я буду на 49-м уровне, я не представляю, сколько я буду пулек на одну единицу улучшать. Это, наверное, долго будет. Да и сидеть буду много. Ну, видите, да, все. Просто посмотрите на его броню. 3510, да? А на мою броню 2390. Странно. Урона у меня вообще нет. Но у меня просто сейчас 109 урона такому персонажу. Да, такие персонажи, да, трудные для меня. Ну чего, ребята, я сделал запас денежек. И на 31 уровне я куплю каратель М. И, возможно, АУГ-3. Но я его в крайнем случае куплю. А так я на автомат Калашникова буду копить. Давайте сходим на арену. А потом я покажу, как я добираюсь до Киевской. Сейчас поищем нейтрального либо бандита. Вот. Персонаж 250, владение легким оружием, базовое значение. Давайте посмотрим, как будет длиться бой. Я буду молчать, чтобы не мешать вам. Выиграл Василия 27 уровня. С него попали мне хлебцы. Спасибо тебе за хлебцы. Собрана коллекция армейский паёк. Давайте перейдем к коллекции. Отлично, за 3 жетона. Но я ее не буду обменивать. Я ее трудом и потом зарабатывал. А также хочу показать вам коллекцию, которая у меня собрана. Крыса-мутант у меня собрана. Ну, вы сами сейчас будете смотреть, что у меня собрано. В принципе, неплохо для 27 уровня, я считаю, да? А, возможно, вы спросите меня, почему я не улучшаю характеристики, так как у меня есть пульки. Я вам скажу, потому что если я улучшу любую из характеристик на 480 или 380, я буду часто мазать. Хотя можно. Давайте выберем, что будем качать. Владение средним оружием или меткость дорожного числа. Я так считаю, что... Давайте средним оружием. Посмотрите сейчас на урон. Ура! 1900 у меня теперь урон будет. До 1000. До 1900 будет. Завтра я буду обыскивать своих друзей. Улучшу меткость на 480. И вы заметите, то, что у меня базовое значение теперь очень высокое. Раньше оно у меня было очень низким, а сейчас оно у меня такое нормальное. Вот согласитесь, нормальное такое. Редко у кого встречу. Давайте на арене сейчас посмотрим. Тяжелое оружие.
240 базовое значение. Мини соперника. Какое это оружие? Это легкое оружие. Ну, у него 210 самое большое. Согласитесь, все-таки получше, чем у некоторых, да? Вот третий персонаж уже. Тоже 183. Да еще кого-нибудь. Вот, человек какой-то. Вот тоже KG3. Базовое значение 234. Согласитесь. Маленькое, чем у меня. У меня 220. Нет, скажите то, что есть действительно персонажи, которые примерно вот так прокачаны, как я, например. Но это все равно низкое значение. Да, я встречал людей, у которых высокое. Например, вот как вот это. 332 базовое значение. Я встречаю таких людей. Но урон штука такая. У меня больше всех урона. Так что да. Овладение средним оружием 297 единиц больше, чем у меня. Кстати, согласитесь, получше, чем у некоторых, да, но у кого-то лучше, чем у меня базовое значение. И вот так вот. Живем в метро. Давайте пойдем на парк культуры Ганта, а потом на Киевскую. Вот меня охранник, я долго его убить не мог. Но спустя кровь и пот я его все-таки могу убить теперь. Давайте наблюдаем за боем. Вы видите сами результаты. У меня осталось 26128 здоровья. Ну, хп, как говорится. Вот так вот. И так каждый раз. Давайте я посмотрю, что говорит Борис. Послушаем. Борис, когда зарплаты понизили, я был недоволен больше всех. Ведь мне пришлось снизить цены на товары. Ну да. Борис, идеология не приносит дивидендов. Но продавать красно вписанные товары оказалось весьма прибыльно. Пожалуйста, кто может объяснить вот то слово, которое я не мог прочитать, можете сказать, пожалуйста. Дочь в клановую войну участвует. Ну, вы видите сами противников, смысл не участвовать в клановой войне. Если вот такие противники против меня встречаются, да я мажу просто... Ух ты, ничего себе, ребята, вы видите? Рандом штука такая. Сносил по 3000, а сейчас 17000 снес. Я думаю, то, что это хорошо для против 37 уровня. Ну, для меня, по крайней мере. Бывало, я 40-м сносил там по 30 тысяч. Я не помню уже это точно. Точно было или нет. Давайте сейчас подойдем к станции Киевская Ганза. И посмотрим, что там есть. Арахну я спокойно убиваю уже. Ну, конечно, ребята, вы скажете, то, что против такого мяса кто попрет, да? Но вы не забывайте, что у меня эффект от подарков еще идет. 5%. Скоро у меня праздничный торт исчезнет, и все, у меня будет 67 тысяч здоровья. Скажете, типа, ну, а зачем ты выноску качаешь? Ребят, я не качаю выноску. Ну, конечно, она столько стоит, да. Но я качаю персонаж, как я хочу. Ну, посмотрите, базовое значение 213. Оно меньше, чем меткости. Оно больше, чем ярость. Оно меньше, чем владение средним оружием. В чем проблема? Смотрите,
Надето снаряжение плюс 293 меткости. Эффекты достижения плюс 79. И бонус плана плюс 22. Поэтому я и не качаю меткость. Вот и все. Кажется, что она дорогая, да? Почти 2000 стоит. Ну, бывало такое, на 15 уровне, да, действительно было то, что я качал выносливость. Но это тогда еще маленький был, я не знал, типа, что выносливость нельзя, типа, качать. Так зачем этот параметр сделан? Да, вы скажете, типа, я сначала статы нормально не выровнял, а уже качаю выносливость. Ну, ребят, до ровных цифр пытаюсь вынести в свои статьи статы. Но, знаете, достижение это такая штука. Вот знаешь, случайно улучшил что-то, и сразу у меня плюс один к характеристикам. И не получается выравнивать ровные цифры. А мы пришли уже на станцию Киевская. Здесь есть торговец оружием. Пуленепробиваемый ник. Нужен достойный ствол? Ствол? Тогда ты по адресу. Выбирай. Так, здесь пистолеты продаются, УЗИ и Desert Eagle. А также АКС-74У. В котором я бегал еще на 19 уровне, вы помните это, ребята, да? Абакан продается тоже. И ХК-G3 тоже продается. Винторез продается. И ПКП-печенек. ПКП-печенек. Вот. Я считаю, то, что тяжелое оружие все-таки сильнее, чем среднее. Почему у меня такое ощущение? Давайте сразимся на арене. С Рейхом. Мне Рейх не нужен, так что я против него и сыграю. Потом там когда-нибудь репутацию восстановлю у Рейха. Знаете, 12 жетонов, которые я накопил из этих золотых ежедневных бонусов. Ой, из этих, как это говорится, этих, которые красные часики-то такие. Я их делал и накопил 12 жетонов. На втором аккаунте у меня осталось 4 жетона, потому что я накопил 9, и мне надо было купить бронежилет. Так что, ребят, вот так. Жизнь баггера продолжается. И не надо думать, то, что я забросил игру. Играю каждый день, обыскиваю всех друзей по максимуму. Недавно апнул свою собачку на 10 уровень. Вот еда у нее есть. Сейчас до 100 сытости доведу, чтобы было красиво. Все, отлично. То есть сейчас собачку могу на 11 уровень. Знаешь, у меня будет вип. А да, випа мне. Ух, как далеко-то. Да, далековато. Ну, а на этом я, ребята, начну прощаться. А, нет, вот еще хочу вам сказать, то, что здесь есть дикари. Давайте почитаем описание. Отряд собирается прийти вглубь тоннеля и устроить засаду дикарям. А ты в деле? Или вот контрабандист. Иногда ценные вещи пропадают не в те руки. И тогда приходится принимать меры. Я думаю, тебе это по силам. А, да, я почитал. Вещи пропадают. Попадают. Ну, вы можете почитать на паузе. Я уж не так умею читать хорошо. Шпион. В тоннеле только что мелькнула тень. Наверняка это вражеский разведчик. Высматривает слабое место в обороне. Это да. А еще давайте сразимся с охранником. Я его не могу убить вообще никак. Вот мне нравится вот пулемет вот этот крупнокалиберный. Вот это вообще крутой пулемет еще. Смотрим, 30 тысяч снес ему. Нормально так. Урон все больше и больше сношу ему. А вот так, ребят, вот еще тротила много, там пластита много, скипидара много. Вот. Это вот все мне упало. Вот кустарный штык-нож мне выпал со зверя. А куртка выжившего вроде бы, если мне не изменяет память, с упыря вроде. Да-да-да, с упыря выпал. А это со зверя выпало. И сейчас уже начинается такая, как бы, жизнь, то что все, я уже не могу ничего сделать против. Ну, то есть мне падает все не то, не то, не то. И вот так каждый раз, когда на зверя идем, я надеюсь, что мне выпадет какой-нибудь модуль. А на самом деле он мне не падает. Защита вроде как у меня, а уровень высокий, поэтому я мажу.
Сами видите, пошел урон этот уровень высокий, поэтому я и мажу. Вот что я смог снести 44-му уровню. Вне донатной брони, кстати. Да, ребят, заметьте. 90510. Интересно, кого он сейчас уничтожил? 90510. Так. Сейчас, ребята, посмотрим, кого же он убил все-таки. Или он все-таки атаковал кого-то другого. Так. Ребята, у меня складывается ощущение, что он убил кого-то другого. Может быть, ему попались наши командиры там. Комиссары. Да, все-таки, скорее всего, да, ему попались кто-то вот из этих людей. Кто-то из наших сокланов попался им. Похоже, что. Вот, из всех комиссаров попался им кто-то, наверное. Наверное, ему попалась Багира. Ну ладно, ребята, на этом я заканчиваю серию свою. Не забывайте ставить лайки, смотреть мои видео. Я метро не забросил вообще. Я каждый день в него играю. На планшете я даже играл в метро. Так что, ребята, всем удачи. Всем удачных вещей из удачного дропа с рейдов. Давайте, всем пока.